Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить?». І сьогодні у нас в програмі дуже цікаві гості. Це Олександр Горошинський. Вітаю вас. Добрий день. Адвокат. І блогер, політичний експерт Олександр Семченко. Вітаю. Здравствуйте. Кажуть, весь світ з нами. Давайте подивимося, яким чином весь світ з нами. Вони боролись за нашу свободу, за європейське будуще. Здесь взагалі такого європейського будущего немає. Сім'я Трампа знає правду і хоче, щоб знали і ми. Чёткий посыл о том, что события на Майдане имели фактор внешнего влияния. Дивимось далі. Этот надежный человек, как выразился Байден, даже не имел юридического образования. И его обвиняют семьи убитых на Майдане в том, что он медлит с расследованием того, кто на самом деле стрелял и убил всех тех невинных людей. По сути, единственным делом Юрия Луценко, нового генерального прокурора, о котором он беспокоился, было посадить бывшего президента Виктора Януковича. О небесной сотне он беспокоился меньше. Демократы и верные им СМИ заявляют, что Шокин был уволен за потакание коррупции. Но сам Шокин утверждал на международном судебном допросе, что президент Порошенко сказал ему лично, что он был уволен за расследование дела Хантера Байдена. Как вы можете прокомментировать это? Ну, здесь речь идет о том, что я бы хотел определить. В Соединенных Штатах сейчас расследуется некое уголовное производство, и, судя по всему, события по Майдану тоже оцениваются. Там допрашивают людей, как я понял, был допрошен Шокин по этим событиям. И это очень знаково, на мой взгляд, потому что данное расследование, естественно, чем-то закончится. И оно, как по мне, будет иметь самое прямое значение и влияние на наши процессы, которые происходят у нас по событиям на Майдане. Будем на это сподеваться. Как вы можете прокомментировать это еще коротко? Если коротко. Да я, пожалуй, соглашусь с коллегами, что, к сожалению, у нас такая система правосудия, что пока оттуда из-за океана сигнал не придет, что вот можно или нет, даже не так, нужно, то ничего не произойдет. Это проблема Украины. Вот проблема современной Украины, проблема в том числе, как бы имеющая последствия не только там для дел по Майдану, но в принципе по ситуации в стране, даже по примирению на Донбассе. Вот дискутируешь с людьми, говоришь, а как вот как бы защититься от таких-то негативных последствий законом? Так у нас закон же не действует, говорят эти люди, надо искать какие-то другие предохранители. Вместо того, чтобы восстановить силу закона, у нас занимаются ручным управлением в угоду разным дядям, в том числе и за рубежа, которые хвастаются. Мы вот так вот как бы наклонили папуаса, и папуас сделал все, что мы хотели. Дякую, давайте подумаешь далее. Пока сын вице-президента наживался на Бурисме, президентская кампания в США накалилась. Также накалились и каналы связи Виктории Нуланд с командой Сороса. По словам Соломона из The Hill, даже сотрудники Сороса признали это и называли частоту контактов необычной. По данным Financial Times, Адриан Коротницкий, старший сотрудник в Атлантическом совете Вашингтона, сказал, ключевые украинские политические деятели беспрецедентно активно действуют в попытке ослабить популярность Трампа. Ему лучше знать, Бурисма финансировала Атлантический совет, как и Джордж Сорос. А Нелли Ор, сотрудница Fusion GPS, по исследованию кампании Трампа для Хиллари Клинтон, жена старшего руководителя ФБР Брюса Ора, рассказала Конгрессу, что грязные сведения для компании Хиллари приносил также украинский парламентарий. И вы не поверите, кого, работавший с ней, британский шпион Кристофер Стил информировал об активных действиях России? Викторию Нуланд и ее коллег из Госдепа Обамы. Як можете прокомментувати цей відривок? Там дуже багато якихось фактів, людей, фамілій. Але все ж таки, навіщо, з вашої точки зору, показують все американцям? Роль Нуланд, роль демократов и их подходы на международной арене. А навіщо це показують американцам? Ну, потому что на сегодняшний день, исходя из тех информаций, которые мы исследуем в Америке, она сегодня тоже расслоена. Там тоже есть свои
внутренние проблемы и много несогласных людей с политикой демократов, с политикой Байдена. Ну и это, в общем-то, является... Вы розуміли, хто такі демократи? Да, конечно. А от з вашої точки зору, от, там пролунали такі слова щодо активних дій українських політиків щодо дискримінації Трампа. От як ви можете це прокоментувати? Ми ж самі бачили, як протікала протікала кампанія по виборам президента США в 2016 році в Україні, як реагували українські должностні лица. Тобто була явна симпатія к Хіларі Клінтон, к демократам. Нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Трампа маргіналом і прочими нехорошими словами охарактеризував у своєму Фейсбуці, потім, правда, удаляв ці пости. І, звісно, якщо у них була якась можливість вислужитися, то ще потрібно було Пінчука показати, який фінансував напряму кампанію Хіларі Клінтон, тобто, ну, через його кампанії проходив. Я так розумію, він все ж таки не до демократії більше, а до там ЦРУ і інших контор, то про нього чомусь не згадали. Так, про нього нічого не вспомнили, але він фінансував, реально його кампанії фінансували Хіларі Клінтон, а це, вроді, не допускає американское законодательство, чтобы иностранцы финансировали внутреннюю политическую кампанию. Тем не менее, это было. Ну, видимо, действительно, там как бы связано еще и с государственными структурами. Потом мы помним вот эту книгу, амбарную книгу, как бы партии регионов, что за амбарная книга. Это что такое? Приходит Манафорт, так, 10 миллионов долларов, дай распишусь. О, а кто там еще до меня получал денежки? Дай посмотрю там это. Ну, так это бред. Ну, то есть, даже если были какие-то расписки, они были абсолютно индивидуальны, без всякой амбарной книги. Тем не менее, это все тоже в строку пустили и использовали против Трампа. И довольно успешно использовали, потому что Манафорт в конечном итоге в США судили, а на момент проведения кампании Манафорт вынужден был уйти из кампании Трампа. Несмотря на это, Трамп победил, но осадочек наверняка остался, и этот осадочек как раз вот подогревает интерес Трампа к этой ситуации, к тому, чтобы это виновные в организации этого осадочка оказались, ну, я надеюсь, что все. Давайте подивимось трошки далее. Валерий Чалый был послом в США, он работал в этом здании посольства Украины в Вашингтоне. Он ушел в июле 2019 года после поражения президента Порошенко на выборах. А по словам Андрея Тележенко, помощника Чалого в посольстве, это здание служило очагом антитрамповской деятельности в 2016 году. Ощущали, что посольство Украины в Вашингтоне служило интересам Хиллари Клинтон и Демократической партии? Судя по тому, что я видел, да. Кроме того, миссис Орр рассказывала Чалому о своих связях со штабом компании Хиллари, где у нее были действительно близкие отношения с некоторыми людьми. Я сказал послу, давайте встретимся не только с сенатором Крузом, с которым я встречался, когда он был в Южной Каролине, и Кейсиком. Но давайте также встретимся с избранным президентом, на тот момент кандидатом в президенты Трампом. И просто поговорим с ним, посмотрим, кто он такой, поговорим об Украине, наладим контакт, чтобы продолжить работу. Все контактируют со штабами каждой компании. Для посольства это нормально. Так мы не служим чьим-либо интересам и не выполняем чужую работу. Пусть они делают свою работу, а мы будем делать свою работу ради Украины. Мне сказали, не делай этого, не вмешивайся. Я не стану вмешиваться. Был неофициальный приказ из Киева не связываться с компанией Трампа, потому что они пророссийские. Это его слова. Так он мне сказал. Порошенко приказал не говорить с представителями Трампа. Это было главное. Даже когда Порошенко приезжал в Вашингтон, он встречался только с Хиллари Клинтон. С Трампом встреч не было, когда Порошенко приезжал во время кампании, приезжал в Вашингтон. Как можно это прокомментировать? Получается, от вмешательства Америки в дела Украины перешли о вмешательство Украины в дела Америки. То есть, ну, мы видим, что это уже очевидно. Так. Да, поэтому, ну, как есть, нечего даже добавить. Ну, якщо ми подивимось такі факти, які показав американський телеканал, американським, ви відчуваєте, що Україна так от на одну все ж таки стала більше сверхдержавою, як це правильно буде? Я чувствую то, що Порошенко був фактично проєктом демократов, американским проектом, который осуществили демократы, его креатурой, и детально вот об этом показано в этом фильме. Дякую. Як ви можете прокоментувати такі откровення і, я так розумію, допит співробітника українського посольства у Сполучених Штатах? Ну, это, собственно, ни для кого не секрет, и дипломаты украинские, ну, отставные, они недоумевали, почему Чалый уже после избрания Трампа президентом остается
послом Украины в США, как, будучи раздражителем для того же Дональда Трампа, но Украина здесь, вернее, украинские власти провели себя здесь непрофессионально, не дипломатично, слишком нагло, но, видимо, они верили в то, что вот так должно быть. В конце концов, они же деньги... И Трамп просто забудет про всю историю. Да, ну Трамп не забудет просто. Кто такой Трамп после проигрыша президентских выборов? Вот так они думали. Трамп никто. Кто помнит там Росса Перо или еще других там людей, там, которые проиграли выборы? Никто их не помнит. И вот и Трампа тоже все забудут, как некий фри. А тут Трамп выскочил, стал президентом. И вы же помните, как Порошенко пытался наладить отношения с Трампом? Он пытался позвонить Трампу, когда Трамп был просто избранным президентом до инаугурации. Не получилось. После инаугурации. Он месяц не мог с Трампом поговорить. Когда он поговорил по телефону, это была мега-перемога. Потом встреча с Трампом, пресс-конференция на мусорнике возле Белого дома. То есть это все вот... Порошенко пытался наладить отношения с Трампом, но у Трампа, видимо, хорошая память. Это замечательно, на самом деле. Потому что вот сейчас Трамп действует в своих интересах, но одновременно он действует в интересах народа Украины. Не власти. Власть, к сожалению, нынешняя власть Зеленского – это продолжение власти Порошенко. Мы видим и по людям у власти, и по действиям самого Зеленского. Но в интересах народа Украины. Вот то, что сейчас происходит. И именно потому, что это в интересах народа Украины, вот этот вот фильм народу Украины не показывают. Мы не должны знать этого, мы должны верить в то, что весь світ знає, весь світ підтримує Святой Майдан і так далі. А можливо, бачите, весь світ знає, і Трамп все ж таки робить певні кроки, з вашої точки зору, на те, щоб у нас в Україні було більше стабільності та миру. Ну, в общем, якось так. Давайте подумаем, что далее. В конце президентской гонки депутат по имени Сергей Лишенко, один из союзников Порошенко, передал американским СМИ страницы из, по его утверждению, документов, подтверждающих незаконные платежи председателю компании Трампа Полу Манафорту. Большую роль в истории с таинственными документами сыграло НАБУ, независимое антикоррупционное агентство, тесно связанное с посольством США. Господин по фамилии Лишенко, да, который предоставил черную книгу, признанную подделкой, да, и никогда не использовал, потому что это было лживое и компрометирующее заявление, совершенно не соответствовавшее действительности. Ну, тут ми зараз бачимо, що навіть з точки зору американців і цього фільму, що НАБУ, воно під серйозним впливом Сполучених Штатів Америки. Ну, тобто, якщо б у нас був дійсно незалежний генеральний прокурор після цього фільму, він зробив розслідування, виявив всі факти, період контактів, таке інше, і була б якась кримінальна справа щодо... цієї якоїсь дуже тяжкої статті Кримінального кодексу. Зараз нічого. От чому так відбувається? В контексті цього я хочу напомнити, не так давно Луценко, він ще знаходився на должності генерального прокурора, сообщив о том, що НАБУ ежемесячно подає отчети в американське посольство по уголовним производствам, які знаходяться в їх відомстві. Ну, данный факт, вы представьте себе, генеральный прокурор в стране такое заявляет. Ну, как мы видим, никакой реакции и по сей день на этот счет нет. Факты говорят сами за себя. Да, почему реакции нет? Потому что, вот, опять-таки, недавно была обнародована информация о том, что Сорос и фонды Сороса финансируют генеральную прокуратуру. То есть тоже деньги идут. Как так могло трапитись? Ну, вот так вот, вот приходят деньги, и прокуроры генеральной прокуратуры получают зарплату. Кроме официальной бюджету, да, получает еще от Сороса зарплату. Поэтому, а там, видимо, зарплата больше. И карьерные перспективы лучше, потому что мы видим там по генеральному прокурору, что дружить с Соросом – это хорошо, по нынешнему генеральному прокурору. И мы видим, как бы, и все у них хорошо происходит. По НАБУ, по тому же, украинский суд признал Артема Сытника кем? Коррупционером. Ну да, там административный протокол по коррупции, но это же... в любой стране это был бы скандал. Главный антикоррупционер является коррупционером. Здесь, может быть, как бы снимали еще фильм до... Украина. Краина можливостей. Да, в стране... Да я даже не могу какими-то цензурными словами. Действительно, в нашей стране возможно все. В нашей стране возможно, что...
простой Войко, который воровал яблоки на Западной Украине, вдруг становится зеленым кнопкодавом и строит себе трехэтажную виллу у себя на родине. Я имею в виду там. Хлопець, який грав в масовці там, по 100 гривень за день, стає прем'єр-міністром. Ну, действительно, Украина можливостей. Да, только вот эти возможности почему-то не открываются для большинства граждан Украины, которые предпочитают из этой страны, кто может уехать, ну а кто не может, тот умирает. Так, и давайте подивимось далее. Но когда украинское правительство начало расследование Центра антикоррупционных исследований Сороса, кто его прекратил? Виктория Нуланд и посольство США в Киеве. Манафорт отрицал платежи, но он сразу уволился из компании Трамп. Директор НАБУ Артем Сытник признался в аудиозаписи, что он намеревался помочь Хиллари Клинтон. Я думаю, что да. Я ж ему тоже помогал. Не ему, а Хиллари помогала. А Хиллари все как бы... Це из тих політиків, що вони гегемонія в Америці в світі. Для нас це так лучше. А для американців лучше так, це те, що Трамп робить. Собственно, підтверджує мої тези, які раніше сказала, що фактично НАБУ є структурним підрозділенням иностранных. И Почему работают там иностранные агенты. С бюджету платят им зарплатнющие. Вопрос риторический. Не имеющий ответа. Почему? Потому, с вашей точки зрения. НАБУ на сегодняшний день ни одного дела. Почему НАБУ фактично, мы видим сейчас, что працює в тандеме с демократами. Мы папуасы, нас отбирают. Мы еще и платим за это. Мы папуасы, нас отбирают. Вот как бы как индусы, которых убивали десятками миллионов, англичане, они же оплачивали развитие той же Великобритании. Царицей Марии и мировым гегемоном Великобритания стала, обирая индусов и убивая этих индусов. Мы в роли этих индусов, мы в роли этих папуасов, туземцев. Нас уничтожают. Скоро пришлют нам одеяло, зараженное оспой, ну фигурально выражаясь, чтобы поскорее освободить эту территорию. И все. А по поводу Сытника, ну он, конечно... Это вот очень, я думаю, тот момент, который должен очень серьезно повлиять на сознание американцев, потому что они же гегемоны, они решают, и тут какой-то непонятный папуас рассказывает, да, мы тут с Хиллари выбираем, потому что для нас лучше, а эти, а как для американцев, да, нам в общем, все равно, что для американцев. Очень эмоциональный момент, очень хороший эмоциональный момент конкретно для американцев, и Трамп хорошо его подобрал, я думаю, что вот этот момент должен по американскому телевидению, по идее, еще не раз всплывать, показывая... Транслюватися. Да. Ну що ж, давайте подивимося далі. Многие из этих людей, которые помогали Байдену на Украине и в Грузии, все еще в правительстве. Инсайдеры предполагают, что один из этих людей — это информатор, который запустил процесс импичмента. Новая стратегия свержения Трампа, создание скандала вплоть до импичмента из-за Украины, ни на секунду не задумывается, что ожесточенная борьба за власть в Америке может уничтожить далекую республику. Но это не имеет значения для демократов. Они уничтожат все, если это остановит Дональда Трампа. Помощь из США и Евросоюза может прекратиться, мировой баланс может измениться, а войска Путина уже на Украине выжидают. Западная элита клюет Украину в течение 3 десятилетий, ковыряясь в ее костях, расталкивая их и наживаясь. Мы знаем, что сын Джо Байдена разбогател там на коррупционном газовом бизнесе. Сколько из детей 535 конгрессменов и сенаторов США все еще наживаются? Подумайте об этом. Давайте з цього приводу дійсно подумаємо. Ми ж розуміємо, що у нас дуже багато державних підприємств, на наглядових радах яких знаходяться, ну, не українці. Ось, як ви можете порекомендувати це? І все ж таки, давайте по рекомендації американського колеги, журналіста, подумаємо з цього приводу. А здесь я бы еще обратил внимание, как проводится параллель, вот опять-таки, подходов демократов. Вот они в Украине действовали, несмотря ни на что, на крови, поменяли структуру вообще и привели Украину к тому, в том, чем мы живем. И так же само внутри Америки они действуют, невзирая ни на какие, ни на моральные ценности, ну ни на что. То есть они по тому же Трампу, пытаясь его дискредитировать, своего главного оппонента, они идут на все крайние меры, то есть обвиняют его во всех, как говорится, смертных грехах. И
Именно такими подходами они, в общем-то, пытаются добиться результата. Но, как мы видим, подходы эти работают, но не всегда. А от з вашої точки зору, от, з якого приводу нам саме треба подумати? І дійсно, а скільки цих людей, якихось дочок та синів, працює зараз в Україні? Вірніше як, вони знаходяться в США, нічого не роблять для України, але отримують зарплатню досить велику для того, щоб себе нормально почувати? Ну, якщо б у нас працювали правоохоронні органи, я думаю, що СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами могли бы посчитать конкретно этих людей, могли бы вычислить, как они туда попали, могли бы в рамках международной правовой помощи выяснить там ситуацию по Америке, короче, могли бы разрешить эту ситуацию так, как это должно быть по закону и по справедливости. Но нету политической воли. И, но что касается демократов, у них, похоже, вот если сходить из этого фильма, принцип простой. Зачем нужна Америка, если у власти не демократы? Действительно, они разрушают Америку. Действительно, вот этот высосанный из пальца процесс по импичменту был совсем непонятный. Зачем? Закончился это он ничем, но полгода страну будоражили. Есть другие моменты, связанные там, с инициативами Трампа по внутренней политике, по экономической политике Америки. Мне кажется, что дуже самокритично все ж таки говорить про то, что західні еліти у нас в Украине досить давно, десятилетиями, роблять такую неконструктивну політику. Ми ж розуміємо, що були і республіканці при владі, коли в країні були теж... Хто об этом помнит? Хто помнит о том, що республіканці були при власті, коли Совєтський Союз розвалювався? Хто помнит, і потім для них це благо, що він розвалився? Хто помнит, що республіканці були при власті, коли нам устраивали оранжеву революцію в 2004 году? Хто об этом помнит, об этом незаконном третьем туре, который не предусмотрен ни одним законом, который фальсифицировались просто безбожно, когда на Запад на Украине по 120% явка была. Ну, кто об этом помнит? Сейчас не помнит. И американцы не помнят. Точно так же, как наши граждане об этом не помнят. Хотя наших граждан это касается, американцев нет. Вот здесь сказали, что демократы действуют против принципов демократии. Это правда. Это правда на самом деле, на этом акцентируют внимание. Но другое дело, что и республиканцы действуют против принципов демократии. Да, они называются по-иншему, мабуть, это их как-то там в программе прописано. Ну, мы, слушайте, мы сможем, можем вспомнить республиканцев там, того же Эйзенхауэра, да, человека, развязавшего там, войну в Корее. Мы можем вспомнить Рейгана. Мы можем вспомнить Форда. Ну, масса, допустим. Дуже багато республиканцев. Да, республиканцев, которые... Але все ж таки, давайте спочатку подивимо еще один фрагмент этого фильма. Украина геет, Россия геет, Майдан. Игроки те же и стратегии очень похожи. В Украине эта игра в риск привела к смерти 130 невинных людей. Демократическая помощь, продвижение демократии, поддержка гражданского общества. Называйте это как хотите. Это бюрократические словечки для вмешательства в выборы за рубежом. И, конечно же, Джордж Сорос – это король этой сцены. Сорос очень активен в Соединенных Штатах. Вложив 10,6 миллионов долларов в проигрышную кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году, Сорос вкладывает деньги в антитрамповскую деятельность в Соединенных Штатах. Ноябрьские протесты 2016 года с требованием пересчета Сорос заплатил за них. Женский марш после инаугурации Трампа Сорос тоже заплатил за него, за розовые шапки и остальное. А лживое досье Fusion GPS, которое привело к расследованию по России, ответственная группа все еще финансируется Соросом. Антиполицейские протесты Black Lives Matter, радикальное действие против судьи Верховного суда Бретта Кавано, Сорос тоже заплатил за них. Сначала они обманывали нас касательно России и смогли уничтожить президента Трампа. Посмотрите на импичмент. Вы увидите знакомые лица, увидите знакомую тактику. Не думайте, что это не может произойти здесь. Эти 100, увековеченные на этих мемориальных досках, могли быть американцами. То, что сейчас творится в Америке, позволяет верить, что нечто подобное может случиться. Як ви можете прокоментувати те, що зараз відкритим текстом фактично американцям розказують, що якщо демократи зробили це, зробили ці вбивства в Україні, це можуть вони зробити і в Америці, і приводять ряд аргументів, що вони організовували? Ну, по суті, ця теза підтверджується те, що ми говорили. В боротьбі за власть демократи без тормозів йдуть на всі шаги
И в том числе они могут реализовать тот сценарий, который произошел в Украине по борьбе с Трампом внутри Америки. Дякую, с вашей точки зору. Ну, собственно, так и есть. Плюс есть четкий враг, четкий оппонент, четкий... Поэтому, то есть, это в любом случае часть внутриполитической борьбы. И нам сейчас просто выгодно, чтобы вот Трамп додавил тех людей, которые насиловали Украину. Но, с другой стороны, вот то, о чем, в чем обвиняют демократов, то же самое делали республиканцы. Вспоминаем кампанию Буш-Гор, когда Буш победил в результате пересчета голосов в штате Флорида, где губернатором был его брат. Такое совпадение. Представляете, республика. То есть они одинаковые на самом деле. Это две руки одного тела. Но другое дело, что вот эта вот сейчас рука демократов, она навредила Украине больше вот в данный момент. Угу. И может быть, вот даже надежда не в том, что Трамп там выстроит какую-то правильную политику по отношению к Украине. Моя мечта как гражданина Украины, пускай они о нас вообще забудут. Вот в принципе забудут. И может быть действительно некоторое время, поскольку Украина доставила большие неприятности и одной, и другой партии, на некоторое время они о нас просто забудут. Мы уйдем из их повестки дня. И мы сами сможем организовать свою жизнь. Я думаю, что это станется лише только после выборов в Сполучених Штатах Америки. Ну да. Да, конечно. Давайте подивимся еще заключную частину этого фильма. Украина уже давно стала плацдармом для мировых инсайдеров, жаждущих власти и денег. Инсайдеров таких, как Хантер Байден, и Джо Байден, и Джордж Сорос. Подобное вмешательство привело к убийствам на Майдане. Если США отказываются расследовать аферу с Бурисмой и вмешательство Порошенко в наши выборы 2016 года, мы окажемся более коррумпированными, чем Украина, где намерены расследовать эти убедительные обвинения. Правительство Зеленского не должно расплачиваться за вмешательство предшественника в американские выборы. Обе страны должны выяснить, что произошло в 2016 году. Очевидно, что Украина помогла Клинтон подставить Трампа, и страны не смогут развиваться, пока нет расследования. Но демократы преследуют Трампа, уничтожая Америку и Украину. И мы не можем этого допустить. Ну что ж, давайте подсумуем результат цього фільму. Навіщо його показували громадянам Сполучених Штатів? Що для цього нового побачили ми, українці, і які можна зробити висновки після цього? З вашої точки зору. Да, ну от сам журналіст резюмірує цей фільм, говорить о том, що правда о Майдані, який произошел в Україні, має непосредственне значення для американців, ввиду того, що американці повинні розуміти, те подходы, которые осуществляют в борьбе за власть демократы. И по сути, это является, этот фильм является в канун, скажем так, предвыборной гонки в Америке, является тем посылом, как необходимо давать, оценивать демократов, и в частности, да, вот этих вот организаций, Сороса и так далее. А что касается Украины, для нас этот фильм, в этом фильме показано, что есть прямой посыл со стороны сегодняшней власти американской о том, что давайте расследовать, давайте устанавливать истину, у вас есть для этого все возможности, и что самое главное, вам за это ничего не будет. Поэтому я этот фильм оцениваю как такой месседж украинскому правительству на об'єктивне розслідування событий Майдану. Дякую. А от з вашої точки зору, як можна підсумувати? Да, на цей фільм наше правительство как-то отреагировало вяленько. То есть этот фильм украинцы не увидели. Хотя, по идее, должны были быть. И на Ютубе даже его блокируют. Ну, по крайней мере, в ту русскоязычную версию, понятную, большинство украинцев блокируют. Но у нас просто зараз при владе демократична партия. Но видите, вот тут как бы делали реверансы в сторону Зеленского, что вот Зеленский не отвечает за преступление Порошенко, что Зеленский... Ну, в общем, есть определенное пространство для маневра у Зеленского. Другое дело, использует он его или нет. Пока, ну, это было, правда, еще до фильма, у него была возможность отодвинуть Соросят. Он этого не сделал. Он, то
То есть на прямое предложение Гончарука уволиться он его не уволил. Дал поручение, которое должен был Гончарук исполнить до 4 февраля, но так и ничего не исполнил. Зеленский об этом уже забыл. Зеленский, к сожалению, слабый президент, но это не проблема американцев. Американцы свои проблемы решают. А як Україні? Щодо українців? Які висновки цього фільму конкретно от з вашої точки зору, як громадянина України, наприклад, зробили ви? А знаете, я ничего в этом фильме нового не увидел. Другое дело, что вот эти вот оценки, которые я сам давал еще там 5 лет назад, они прозвучали от американцев. Вот от той страны, которая организовывала, ну, была одним из главных организаторов. Раньше мы слышали это там из некоторых европейских стран, но периферии европейской. То есть даже Германия или Франция вот с такими оценками пока что не выступали. То есть это вот хорошо, что американцы выступили с такой оценкой. Плохо, что в Украине эта оценка пока что не услышана. Фильм, по-моему, уже неделю, да, как вышел. До сих пор тишина. Но, знаете, как говорится, вода камень точит. И если вот посыл фильма будет продублирован по официальным каналам, ну, например, посол там с кем-то пообщается, да, вот скажет, видели, какой фильм замечательный, там, Трамп, может быть, где-то кому-то скажет, хороший фильм. Владимир Александрович, обратите внимание, хороший фильм, без этих там призывов к чему-то, просто ты видел, классный фильм, вот вообще один в один, вот тогда будет оценка. А пока, ну, вышло что-то в информационном пространстве, ну, да, журналист близок к Трампу, ну и все. Дякую. Я дякую нашим гостям. У нас в програмі сьогодні були доктор політичних наук Олександр Семченко та адвокат Олександр Горошинський. Це була програма «Хто за нами стежить». Ми і далі будемо дивитись, аналізувати матеріали, хто в інших країнах стежить за Україною. Тож, не перемикайте. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!